По-семейному тепло, весело и уютно. Именно так можно в целом охарактеризовать праздник на набережной. Казалось, у причала собрались семьи со всех уголков областного центра. Настолько ожило это излюбленное место после затянувшейся холодной погоды. В этот день весна одарила своим теплом пришедших гостей. Радость приумножали брестские артисты, ведущие конкурсов и спортивных состязаний, яркие персонажи из любимых мультфильмов и рассказов. Развлечений в этом уголке Бреста было хоть отбавляй. На одной из площадок дети перевоплощались в спасателей пожарных, примеряли специальную форму, пробовали подавать воду из лафетного ствола. Нравится сегодня в парке? Здесь вот, на набережной. А чего пришли сегодня с родителями? Почему сегодня выбрались сюда? Потому что я сам хотел. А сегодня здесь праздник, да? Весело тебе здесь? Да. Шлем тяжелый на голову давит. Так очень удобненько. Боевка очень тепленькая. Вы прекрасно видите, сколько здесь людей. Все-таки это говорю, что да, Брест — город, который любит отдыхать и умеет отдыхать культурно. Семья – основа любого благополучного общества. И мы очень рады, что в Ленинском районе, в городе Бресте, живут замечательные, дружные семьи, которые талантливы, которые трудолюбивы, которые умеют не только работать, но и радоваться. Поэтому в нашем районе мы считаем долгом праздновать этот праздник, и ежегодно в День семьи или накануне, как сегодня, мы собираемся именно в этом месте, на набережной, излюбленном месте прогулок детей и семьи, и стараемся радовать всех хорошей музыкой, интересными аттракционами, развлекательные программы. На другой площадке ребятам предоставлялась возможность создать открытки собственными руками. С не меньшей активностью к творчеству подключались и взрослые. Очень все хорошо, очень замечательно, серьезно подошли к этому празднику. Много людей. В ходе праздника на сцену приглашались многодетные семьи Ленинского района. В торжественной обстановке их поздравляли представители власти. Отличным сюрпризом развлекательной программы для детей и их родителей стала бесплатная прогулка на теплоходе. В целом участники праздника, которые и получали, и дарили приятные эмоции, остались довольны атмосферой и получили заряд энергии, доброты и веселья. Семья – это всегда что-то атмосферное, что должно создаваться всеми вместе. Потому что если один человек выходит из строя, все идет не по плану. Я очень рада, что у меня счастливая семья. Я благодарна Богу за то, что я родилась в такой счастливой семье. Что у меня так много друзей, и именно в свой день рождения я праздную этот праздник. Я самая счастливая. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».